Российские ракетные удары по украинским городам, жертвами которых стали десятки людей, в том числе дети, многие жители России считают оправданными. Они верят кремлевской пропаганде, рассказывающей о том, что их страна освобождает от нацистов исторические русские земли. Конечно, погибли наверняка и дети, но и у нас очень многие погибают. Об этом, к сожалению, тоже не говорят на телевидении вообще. На протяжении 8 месяцев мы обещали. Я уже думал, что русские мужчины не держат слова, оказывается, держат. А ты? Поддерживаю. Давно пора закончить эту войну. И, может быть, без этих ударов мы ее никогда и не закончим. Меня это очень сильно волнует, и меня это очень сильно дестабилизирует эмоционально, поэтому я искренне сочувствую украинцам, и я очень хочу, чтобы это все поскорее кончилось. Опросы общественного мнения показывают, что объявление Владимиром Путиным частичной мобилизации вызвало в российском обществе определенную тревогу и страх. В то же время внушительное большинство граждан страны по-прежнему поддерживает действия российских военных в Украине.